Тюремная жизнь течет по своим правилам. Даже невиновного воспитывает карцер. На что играем? На что душа твоя пожелает, красавчик? Назови на что. Вот, пожалуйста. Гляди, какой огурчик. Сам пришел. Да, красивый малый. Перемешай-ка как следует. Хорошо, мешаю. Берите. Не этот камень, детка. Ты еще долго будешь торчать на ногах? Трясешься, что проиграю тебя? Не бойся. Иди. Иди-ка сюда. Раз вошел в игру, то соблюдай правила. Не слышишь? Проходи. Сборище нашего испугался. Да нет же, лопух просто. Не видишь, что ли? Отец твой лопух. Не нравится? Хорошее ведь название. Здесь у каждого своя кличка. Да не стесняйся ты. Сними папаху. Снимай, снимай. Зачем? Если пахам прикажешь штаны спустить, то я не промедлю. Ты смотри мне, не зарывайся. Не терпится ему. Хочешь, чтобы его с первого раза в очередь поставили? А, лопух, тебя в Афганистане не успели предупредить, что пахану перечить нельзя? А с чего я должен папаху снимать? Знаешь, лопушок, у меня почки больные. Врачи советуют почаще писать. А папаха твоя очень годится для этой цели. Я пописаю, а ты вынесешь. Смекнул? Да, смекнул. Раз врачи советуют, то надо бы соблюдать. Вот молодец, лопушок. Говорили мне, что афганцы вежливые малые. Не верил. А вот теперь поверил. Снимай. Снимай папаху. Вот молодец. Ну, а теперь вынеси. Ой!